Ну вот, собственно, после некоторых кратких изучений стало кое-что понятно. Здесь есть отсек, в общем, USB, вот так называемый. Вот этот крышка снимается. Здесь мы видим концентратор, который вставляется в ноутбук. Здесь разъемы Type-C для зарядки, переключение режима Bluetooth, USB, а также настройки Bluetooth через ноутбук или же другое устройство. Также она вращается. Сейчас покажу, как. Собственно, вот по часовой стрелке у нас открытие происходит против закрытия. То есть режима в обратную сторону крутить по 360 градусов, к сожалению, нельзя почему-то. Не знаю. Также здесь у нас присутствует сенсорная прокрутка, клавиши и лазерная указка. Вот она. Можно использовать для презентации. Также в комплекте входит аж 3 кабеля, разъема. Не знаю, для чего они нужны. Здесь вот четвертый разъем. Но это в процессе эксплуатации можно будет понять, что, куда и зачем. Вот такой вот был обзор мыши ThinkPad X1 Mouse.